Да, жизнь продолжается, и со свободой всех болгар, и нас тоже со свободой. Слава Господу! Я на прошлой неделе вернулась из России, из Калининграда. Там Господь тоже много совершил чего, да, чудес больших и малых. И я просто хочу поделиться вот одним моментом. Господь, вот так чудно Он действует, такие невероятные способы и вещи, и пути Он придумывает, чтобы подвести, допустим, вот меня к тому человеку, которому Он хотел засвидетельствовать. Глухонемому человеку. И, знаете, так интересно, что он использовал вот эти вот полусапожки. Эти полусапожки самым невероятным образом, у них отвалилась набойка года, наверное, полтора назад. И так они у меня лежали. И, ну, мне нужно было, и, а они почти новые, я не знаю, почему он, ну, я знаю теперь, почему он отвалилась. И почему-то вот я пыталась сделать их, какому-то сапожнику там подходила, 300 рублей, это когда еще больше года назад, 300 рублей, но набойки, я говорю, мне нужно, вот мне нужны мягкие набойки, чтобы они не стучали и не скользкие были. Ну, таких вот у него не было. И сам сапожник мне не понравился. Вот. Потом я пошла в какое-то КБО, как раньше называлось, да, комбинат бытового обслуживания, там тоже вот они делают. У них там были мягкие вот такие вот набойки, какие-то импортные, но они 800 рублей. Думаю, да ну... И, в общем, потом я даже в Болгарии вот здесь узнавала, но у них тоже нету мягких, вот не стучащих набоек. Вот мне втемяшилось, что мне вот надо вот такие почему-то. А вот. И ладно, эти сапожки так и лежали, и лежали. В Калининграде, значит, иду я. Ходила я на автобусе поехать, потому что днем раньше что-то я шла, ноги устали. Думаю, поеду на автобусе, но нет, почему-то я пошла пешком. И почему-то я пошла вот по Советскому проспекту, где такое там движение страшенное, там идти вообще. Но я почему-то туда пошла, по этому Советскому проспекту. И почему-то я перешла улицу вот в каком-то месте. Вот мне надо в какой-то был магазин зайти, купить там что-то. На ту сторону я перешла дороги, что-то я там купила. Выхожу, смотрю, павильончик такой симпатичный. Ремонт обуви. Думаю, а ну-ка я вот здесь спрошу. Я подхожу, говорю, набойки у вас можно сделать? И молодой человек, он мне показывает на этом, где там эта счетная вот эта вот машинка-то, да? Калькулятор. Показывает 250 рублей. Думаю, ну прям что-то дешево. Я уже как-то, мне уже не важно, будут они мягкие, стучащие или какие. Говорю, да, хорошо. И пошла я домой, думаю, возьму я сапожки эти и принесу ему. И вот и тут на меня навалилось, что... Вот этот парень, ну, я еще сначала, ну, я понимала, что он говорить не может, но думаю, может, он слышит, но все равно, думаю, если он не мой, думаю, ну, и он так мне запал в сердце, он такой был, есть, слава Богу, он такой живой какой-то, живой такой, такой аккуратный, такой он какой-то, ну, я не знаю, просто в сердце запал, и как бы я так почему-то понимаю, что как-то я что-то должна делать, как-то я ну, как-то что-то ему засвидетельствовать как-то, а как, ну, вот если он еще и глухонемой, ну, на меня навалилось конкретно вот тут, как я вышла. Я пришла
взяла за бошки, принесла. Он взял с меня 200 рублей почему-то, не 250. Жетончик мне дал, и, значит, на следующий день надо было прийти забрать. И все, и эти сутки, это был какой-то, ну, мучение, вот хоть на стенку лезь, бейся головой об стенку, я не знаю, как и что, но я должна что-то делать. И тут уже надо вот скоро идти за сапогами, время. И вдруг вот просто я сажусь и пишу. На двух листочках пишу. На одном листочке я пишу: можете ли вы меня слышать? Второе: верите ли вы в Бога? Третье: могу ли я за вас помолиться? А на втором листочке я написала молитву покаяния, очень кратко. Краткую молитву покаяния. Я туда иду, и я просто, ну, ни жива, ни мертва. Я не знаю, как я вот это все буду. И уже сколько-то метров осталось до этого киосочка, до павильончика, и я слышу, как бы в духе, вот я прям дословно сейчас скажу, я слышу в духе от Господа: что же ты так переживаешь? Делать-то буду я. Господи, ну что, мы не знаем, что ли, это, да? Ну, тут вот почему-то... Ой, ну такое облегчение что-то наступило. Я уже так это бодренько подхожу. Он мне подает сапожки. Все так аккуратно сделано. Прямо изумительно. Ой, я говорю: спасибо большое. И 50 рублей ему еще отдаю. Ну, думаю, ну что за дела-то за такие? Он никак их не берет. Прямо вот так вот. Нет. Я говорю: нет. Короче, еле отдала ему эти 50 рублей. И потом я ему показываю одну бумажку, вот эту вот, где три вопроса. И он так внимательно, он берет так вот и как бы читает: можете ли вы меня слышать, там первое. Он прочитал, говорит: нет. Глухонемой, короче. Второй вопрос: верите ли вы в Бога? Вот он прям мне показывает, как он читает. И он сделал такой жест, знаете, какой-то такой, на духовном уровне у нас какое-то взаимопонимание прямо вот возникло. Я прямо вот, как будто где-то услышала в духе, наверное, что он сказал: скорее да, чем нет. Представляете? И третье: могу ли я за вас помолиться? Ну, как бы да. Это ладно. Вторую бумажку ему даю, молитву покаяния. И он ее читает, и, ну, вот так вот, ну, как бы, принял. Думаю: слава Господу. Я ему вот так вот, в окошечко же это все происходит. Окошечко же вот это вот. Я ему в окошечко руку вот так вот, в смысле: давай, иди сюда. Давай голову, типа. Он подошел, ну, голову так склонил, я ему положила руку на голову, а еще думала: молиться буду, надо желательно, чтобы он не смотрел в глаза. А он, думаю, наверное, будет народ смотреть, потому что глухонемые, они как бы только по рту понимают. И вы знаете, нет, он не смотрел в глаза. Он мне вот так смотрел в глаза, вот прямо с таким ожиданием, с таким каким-то вот, это непередаваемо. Я за него молюсь. Потом прикоснулась вот так тыльной стороной к ушам, тоже молюсь, ну вот к щекам так вот помолилась. И, ну, он такой, ну, он как бы все это, ну, он просто какой-то, он живой такой, понимаете, вот он, ну, Господь его, конечно же, очень любит. Это просто, ну, такой живой человек, такой он, молодой парень. В общем, помолилась, слава Богу, забрала эти сапожки и пошла. Я такая счастливая, такая я свободная, счастливая. И знаете, и вот это вот делать-то буду я, да, Господь говорит.
Ну, мы же это все прекрасно знаем. И все равно вот было же вот постоянно вот такое вот сомнение, что вот вроде как надо бы за этого человека помолиться, да? Ну, а вдруг Божьей воли нету, да? А вдруг как бы, ну, и, ну а что я, как бы, ну, а что я, вот, как бы, да? И вы знаете, и вот и после вот этого всего, да, делать-то буду я, что же ты так переживаешь? И теперь мне, знаете, вот мне теперь все по барабану, как говорится. Просто буду молиться и вас призываю, потому что Господь будет делать. И вот Саша сейчас тоже говорил, что посеяно, а когда и как Господь будет делать. Вообще нас это не должно волновать. И я не ходила потом, я даже наоборот обходила потом, когда дошла по Советскому проспекту, я на другую сторону переходила, я даже не подходила к этому киоску. Что там, говорит он уже, заговорил или не заговорил этот глухонемой. Это дело Господа. И когда он заговорит, это тоже дело Господа. И слава Богу. Просто хочу вас ободрить. Слава Господу.